После групповых этапов в первенстве Сибири Дальнего Востока юниорской хоккейной лиги лучшие команды региона продолжают борьбу за звание чемпиона в финальном турнире. Сегодня «Металлург», который тренируют заслуженные тренеры России Олег Суздаленко и Алексей Кицын, в ранге лидера сезона принимал ангарский «Ермак». Место оно сейчас у нас первое, но оно шаткое место. Вот сегодняшняя игра показала, что все соперники бьются за эти две путевки. К сожалению, мы, ведя в счете 4-2 в концовке, это моя ошибка. На себя беру это поражение. Уступаем и отдаем такие важные два очка. Но задача на сезон — занять только первое место. Конечно, я всегда с любой командой только одна цель — занять только первое место. Кого назовете основными конкурентами «Металлурга»? Ермак и Сибирь. Новокузнечане, накануне обыгравшие «Ермак» 5-3, были близки к победе и сегодня. «Металлург» по ходу третьего периода вел 3-1, после чего Семен Крюков создал, казалось бы, отличный задел для еще одной победы. Однако соперник из Ангарска, уступая 1-4, сократил отставание в счете до минимума, а на последней минуте, заменив голкипера на 6-го полевого игрока, сделал результат 4-4. В овертайм успех оказался на стороне гостей. Итог 4-5 не в нашу пользу. Но несмотря на поражение, юниоры Новокузнецка опережают в таблице и Сибирь, и Ермак. Впечатления двоякие. Одну игру взяли, да. Ну, спокойно. Ну, там, конечно, было в конце интрига. Парни тоже с «Ермака» добавили, в конце забили. Ну, а сейчас наша команда где-то слабину дала, «Ермак» добавил. Ну, будем работать, исправлять ошибки. Перед встречами с «Ермаком» играли с «Сибирью», там поделили очки. Что скажете по матчам с «Новосибирском»? Ну, с «Сибирью» были очень упорные матчи. Даже вот в первой игре там, то, что счет 0-5. Но я не скажу, что счет по игре. Парни работали, бились. Вторая игра тоже очень получилась упорная. Там 2-0 забрали. Каким результатом будете довольны по итогам финального турнира? Ну, мы вообще поставили планку, чтобы занять первое место на регионе, а там дальше на финал, и там бороться уже за чемпионство России. На предварительных этапах первенства «Металлург» и «Ермак» стали победителями в своих группах. Сейчас в финальном турнире новокузнечане идут на первом месте, имеют лучшую разницу шайб, опережая «Ангарск» на 3 очка, а юниоров «Сибири» на 2. Отметим, что наша команда ЮХЛ является ближайшим резервом кузнецких «Медведей». И в следующем сезоне кто-то из этих ребят может выйти на лидирующие позиции уже в молодежном составе Новокузнецка. Ну, по потенциалу команды боремся за выход в финал. Надеемся, что сможем стать чемпионами региона этого. По составу возрастному 2001-2000 год, большая часть ребят 2001 года, но и те ребята, которые 2000-го, это Зенин, Фростов, Неволин, Хлебников, ну, которые, я думаю, что смогут составить конкуренцию и постараться попасть в команду «Медведей». Помимо «Сибири» и «Ермака», соперниками юниорского «Металлурга» в финале первенства региона являются «Сибирь-2001», «Хабаровский Амур» и «Юность» из Караганды. Сильнейшие команды будут определены во второй половине марта.